Привет всем! Вы на канале Леонардо the American... Колокольчик. American Boy, а там колокольчик, слышишь? Мы приехали в город Carmel by the Sea. И смотрите, какие часы огромные, Rolex. Что такое Carmel by the Sea? Это глубинка на Тихом океане. Глубинка, где вы почувствуете, что вы не в Америке, а вы в Европе. В каком-то уникальном, спрятанном городке. Вы в Америке где-то видели такие итальянские, такие французские проходы? Нет, мы тоже нет. И только здесь это можно увидеть. Домики, он покрытый мхом. Друзья, зацените, какое мыло перед нами видно. Коллекция Soul. Запахи передать невозможно просто. Не, кушать нет. You just smell it. Руки покажи свои. Все в блестящем мыле. И у папы тоже. Wow, Leo. Go there, I'm gonna take picture of you. Что дальше? Абсолютно не американский формат семьи идет. Let's go. Вау, куда мы пришли? А гостиница. Какая она рояльная. Такого слова нету, но royal. Богатая. Это теплый камин. Go feel it. Подойди к нему. Cool. Огонь горит. Fireplace. Мне кажется, она после левой стул не лежит. Сюда. This is beautiful. Что это? Ты знаешь, что это? Это телефон. Скажи, телефон. Старинный телефон. Садись сюда. Садись сюда, царское место, смотри. Маши ручкой. Цены здесь 249 за ночь. Президентская комната за 359. Fine Inn Hotel. Довольно royal, прикольно. Обычно 249. Эй! Продолжаем путешествие. Carmel by the Sea. В этом году, кстати, он празднует столетие свое. Carmel by the Sea. Вот туда вниз мы доходим до океана. Видео, которое вы уже, наверное, видели или увидите скоро. А смотрите, какой прикольный домик. Не романтично ли? Смотрите, как... Лео, come here. Лео. Смотри, какое солнце. Это солнце или луна? А что здесь? Фонтанчик. Классно. Вода грязная. А вот смотри, как там романтично люди кушают. Посмотри. Здесь так тепло. Бля, помаши дяде ручки. Я папа. Как красиво нарисовано.
мне. Не, не думаю. Папа удивился. Лёва, что вот это? Стеклёнок. Сверху. Цыплёнок. Не знаю. Куда они перевезли? А вот это что? Что вот это? Свинья. Мы сейчас проходим по улице галерей, по улице художественных выставок, различных, как называется, jewelry. Как называется по-русски jewelry? Вещи, которые делают, компании, которые делают кольца, сережки, jewelry, короче. Вон, jewelry, одна на другом. Довольно романтически все так сделано. Всего городу 100 лет, а он отличается от всей индустриальной и разной другой Америки. This is pretty nice. Это же Porsche. Porsche. Правильно, пошли дальше. Смотри, сколько вино. Вино. Свежий хлеб. Как-то вот эта вот машина белая заблудилась. Look at this interesting building. Реба, Реба. Да, кстати, вот эту желтую машину Лео что-то назвал Реба. А на самом деле это Kia Soul. А вот этот итальянский ресторан пиццы, где мы в прошлый раз кушали. Конечно! А теперь прощаемся со всеми. Лео, говори всем thank you very much for watching. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Bye! И приезжайте в Carmel City. В Европу, в Америке.